До 12 ноября идет прием заявок для участия в новом музыкальном конкурсе народных исполнителей «Мир. Музыка и развитие». Его организаторами выступают Министерство культуры Московской области, ОНО «Азбука музыки» совместно с оркестром «Grand Melody Orchestra» при поддержке президентского фонда культурных инициатив и продюсерского центра Александра Яковлева. Конкурс проходит в смешанном формате среди творческих коллективов и солистов в возрасте от 7 до 15 лет. Прием заявок идет до 12 ноября. Участие бесплатное.